Ну что, проект «Мобильная клиника» переехал в новый район. Теперь мы работаем в ШИД, где будем 3 дня оказывать помощь населению и консультировать их. Я довольна. Я прошла консультации целиком, они все обследовали, посмотрели, посоветовали, куда к кому обратиться. Осмотр у российского врача такой более объемный, чем у наших. И я считаю, что они обязательно, как можно чаще, что им следует приезжать в Сербию и проводить такие акции. Я российским врачам доверяю и от всего сердца благодарю их за их приезд сюда. Я довольна и я очень рада, потому что люди вот решили поехать по деревням и обследовать местное население. Врач был очень вежлив, все доходчиво объяснил. Хочу сказать, что мы всей Сербией просто обожаем Россию. Я много читала, слушала, смотрела всякие разные материалы про медицину в России. И я думаю, что она здесь находит хорошую почву. Они помогают, и мы очень благодарны. Здорово, просто класс. Я знаю, российские врачи, они славятся своим профессионализмом, своим отношением к пациентам. Доктор был с нами очень вежлив, грамотно все проконсультировал. Я очень и очень довольна от приема. Давайте привет хорошей Москве и скажите, что я люблю Россию.